Бумага, стеклянные пластиковые бутылки, алюминиевые банки и другой мусор на берегу озера Чередовое – все это следы отдыха горожан. Бороться с таким отношением к природе сложно, но нужно. Поэтому в минувшие выходные ребята из омских экологических дружин, облачившись в специальную униформу, вооружившись перчатками и мешками, вышли на борьбу с мусором. Товарищи взрослые оставляют его, уезжают, хотя они здесь на машинах, могли бы вывести за собой каждый небольшой кусочек у своего мусора, мешочек мусора, и выбросить его там, где это должно быть. Но, к сожалению, такого не происходит. Поэтому вот ребята, которые сегодня участвовали у нас в акции, вынуждены убирать этот мусор и, так сказать, ухаживать за этим озером. Такие мини-субботники уже стали традиционными. Каждое лето по 2, а то и 3 раза в месяц юные экологи выходят на борьбу с мусорной стихией на омских водоемах. В этом году акция получила свое название «Вода – источник жизни». Появилась у ребят и еще одна цель. Мы показывали людям, что нехорошо мусорить на водоемах города Омска, да и вообще. И тем самым мы показывали, что можно убирать, и нет ничего в этом пристыдливого. Ребята научатся правильно относиться к природе, к окружающей, и, наверное, будут за собой мусор, во всяком случае, убирать, еще и детям своим расскажут, потому что своими собственными руками убирали его за другими. Час времени и десяток мусорных мешков потребовалось юным экологам, чтобы очистить берег озера Чередовое. Следующий субботник ребята планируют провести на территории Омской крепости вдоль реки Омь. Так что если, прогуливаясь по набережной, вдруг встретите мальчишек и девчонок в зеленых галстуках и жилетах с надписью «Помоги озеру», не проходите мимо, примите участие в акции, и ребята, и природа будут вам благодарны.